Во сне я видел Иудея, душу мне потряс, я не встречал таких печальных глаз и отрешенных глаз. Спросил я, что с ним, что случилось? Он не отвечал, я повторил вопрос, но он молчал, как будто не слыхал. И вдруг весь зал вокруг наполнился людьми со злобой. Обрушились они, и все исчезло вновь. Передо мной явились толпы плачущих о нем, и слышал, суд вершили надо мной с презрением и злобой.